А накануне в Хакасию прибыла ПЦР-лаборатория. Она пополнит оснащение военного госпиталя в Черногорске. Технику доставили по воздуху. Груженный Ил-76 Минобороны приземлился в аэропорту Абакана во вторник поздно вечером. На борту военного самолета оснащенный автомобиль. Его выгрузка заняла достаточно продолжительное время. Сначала выехал пустой КАМАЗ, затем сверху на тросах спустили многотонный контейнер. В нем находится сама лаборатория, внутри которой все необходимое для проведения тестов на коронавирус. Вместе с грузом и приехали специалисты, их 4 человека. Они будут работать в 2 смены. Возможности лаборатории до 200 анализов в день. Известно, первые пробы для исследования у пациентов военного госпиталя возьмут уже сегодня. Нам была поставлена задача выдвинуться в республику Хакасия для определения и диагностики новой коронавирусной инфекции. Полет прошел безупречно. Мы за кратчайший момент перекинули с Саратовской области в республику Хакасия за один день, грубо говоря. И в готовности завтрашнего дня приступить к определению и диагностике новой коронавирусной инфекции.